Всем привет! Вы на канале Zenimax Games, и мы сегодня, друзья, поиграем в одну игрушку, которая называется Code Quest 2. Code Quest 1 я играл. В принципе, такая игрушка очень легкая. Сложного ничего нету. Так, новая игра. Обычный режим изначальной версии игры для тех, кто больше привлекает истории, а не сложности. И давайте обычный режим. Как вы понимаете, мы будем играть за нашего кота. Давным-давно обитало на земле великое зло. Два короля боролись с ним, но попали под натиском. И было пророчество, которое предсказало их возвращение. Ведь только их свету суждено пробиться сквозь пелену мрака. Почему-то здесь у нас оказалась собака. Я не знаю почему, друзья, но у нас, видите, есть собачка и кот. Че это такое? Мои короли, вы и правда вернулись, пророчество сбылось. Ну да. Это я, Кирия, ваш королевский советник. Мы в беде, вы должны идти за мной. Ну, давайте. Слушайте, реально есть собака и кот. В первой части были только коты. Королевство котов, а здесь уже появились собаки. Увидимся на другой стороне. То есть ты пролетел, а я должен спуститься в пещеру. Храбрых. Кошачьи лохмотья. Ну, это какая-то одежда. Это дополнительный опыт. Здесь у нас небольшие противники. Кстати, король собак тоже мне помогает. Собачья лохмотья. Что у нас здесь? Ну... О, что это такое? Так, нажмите пробел, чтобы увернуться от вражеской атаки. Ну, давай. Что это такое? Во имя могущества первых королей, да возродится эта сила в вас. Да? Вы освоили огниму и зимолапку. Че это такое, пока что не знаю. Но у нас целая куча противников. Так, побежали, давай, быстренько смотрим, что у нас здесь. Это еще что такое? Чё это? Не понял. А, кстати, в первой части было такой момент, что даже вот есть тропинка, но мы как-то где-то можем тайно пройти по воде. Бывало и такое. Может быть, это просто так? Заманивать в ловушки. Чтобы поменять персонажа, при одиночной игре нажмите X. Во, теперь собакой. Слушай, так здесь теперь можно менять персонажа, да? Не, ну тоже классно. А деньги и опыт они как, делят между собой пополам или кто первый возьмет? Ну, я-то не знаю. Подземелье исследовано. Ну, давай выбираться отсюда, да, на чистый воздух. Отдохните в спальном камне, чтобы восстановить силы. Готово. Как быстро. Вряд ли вам это понравится, но злые короли захватили престолы. Да? Лев, Мур, Куратор и Волк Лабрадор. Поэтому только вы можете помочь нам, мои короли. Да? Путеводный знак. Че это такое? Путеводный знак дает возможность быстро перемещаться по вашим королевствам. Так, я так понимаю, что у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 будет
наверное, каких-то карт, ну, не знаю, может быть, какие-то королевств. И я что-то ошибаюсь. Сейчас мы в Фелингарде, здесь правит лев. Ага. И чё? Кузнец по имени Кошалап обещала помочь нам встретиться там. Я её помню. Всегда мне помогала. И да, добро пожаловать домой, ваше мручество. Квест пройден. Ну, дополнительный опыт тоже не помешает. Чё это здесь? Так, отдохнуть. Да не. А вот в дом я могу зайти? Нет. А давай с ним пообщаемся. Но лев страшный король, его интересует лишь война с империей Люпуса. И чё, всё? Да, какой-то необщительный, да? Так, по поводу карты, давайте посмотрим, какая она. Кстати, вот сюда мы тоже как-то можем потом будем добраться. Ух ты, чёрт! Ты гля, сколько всего! Ого! Не, я понимаю, конечно, но здесь реально много каких-то островов, пещер. Кстати, мы это все будем проходить с тобой. К сожалению, это будет не одна серия. Однозначно, это будет несколько серий, но... Самое интересное, что... Первая, да, вот та карта... Она, в принципе, как бы немножко похожа вот на эту. Но, по-моему, немножко другая, что ли. Хотя... Ладно. Давай, значит. Кстати, вот этих купить можно. Так, ну давай же лупи его сильнее. Самое интересное, что в пещеры мы тоже можем проходить. И желательно во все заходить, потому что там будут всякие различные плюшки. Что это такое? Я слышал, в одной из соседних пещер есть магическая табличка. Сами я не отважусь зайти туда. Да, мы тоже пока не готовы. Вы слышали, хранители книги, они могут помочь вам выйти из квестов. Но сам я квестов не проходил, поэтому ни разу их не видел. Ага. Ну... Понятно. Короче, идем пока что, где нас стрелочка показывает, и там уже будем что-то решать. К сожалению, не все так быстро, как я хотел. Кстати, а он наносит какой-то удар, да? По-моему, что-то связано с холодом. А как мне атаковать с огнем? Я не знаю. Вот так вот оно. Да нет. Ладно. Ваше могущество, Куша попала в переделку. Набор кузнеца. Взгляните на эту записку, вы на двери Куши. Отлучусь на минутку, вернусь очень скоро, друзья. Это случилось 2 дня назад, боюсь, она попала в переделку. Где? Вы не чуете ее запах? Славный песик. Ой, я имел в виду, отличная работа ваша. А вещество? Чё? Величество, может быть? Че такое? Хранители книги, я хранитель всех преданий во времени. Хотите вернуться в тот момент квеста, когда приняли его первый раз? Выйти из квеста? Нет. Кстати, было сказано идти по белому. Таинственный голос. Чё? Помогите кто-нибудь! Так, это, наверное, Коша. Она попала в беду. Мы должны ее спасти. Ущелье у моря.
Стойте, не о вас ли рассказывал мне Кири? О, простите мою грубость, ваше мручество, но у меня просто голова кругом идет. Чуть такое. Мне не хватает сноровки для добычи руды, помогите мне. Умоляю. Ну, давай поможем тебе. Ого, кстати, шипы, да? Ого, фига себе, он сильный. Готов. Мы добыли руду. Ага, там есть еще. Не все так легко. Ладно. Я вот только одну не могу понять, как не использовать поджигать ваших врагов. Как это делать? Побежали. Давай, бей его. Отлично. Так, доспехи рыцаря, защита 10%, то есть 10 брони. Ну, это вещь, конечно, хорошая. Нифига себе. А ну побежали сюда. Я его обманул. И он попал на шипы. Нагрудника катантюриста. Физическая атака 5, да? Слушай, получается чё? Мы с тобой будем постоянно кого-то где-то одевать и улучшать. Ну ладно. Отдайте руду Коша. Это изумительно. Заходите в мой магазин еще, друзья. Сердечко. Кстати, а почему вот не отмечено, что исследована полностью здесь нынешняя пещера? Потайного сундука нету нигде? Ведь в первой части, я помню, такое было. Ладненько, пошли. Так, заходим в магазинчик, да? О, это еще такое. Стойте, снова какие-то налоги. Прошу прощения, госпожа, но все коты, которые не соблюдают новых законов, отправляются в тюрьму. Чё? В тюрьму? Что ж, берите. Чьи-то зареки такой. Так. А ну давай общаться. Итак, Коша будет нашим персональным кузнецом. Довольная. Именно так. Все оружие отправляется ко мне на улучшение. Да? Эй, друзья, хотите улучшить свое оружие? Оружие? Ну, я не знаю, какое оружие. У меня только доспехи есть. Ага, уровень 2, да? Добавляется, конечно, здесь защита, там атака. Ага, ну, в принципе, неплохо. Ладно. Давайте дальше. Готово. И чё? О, это ещё что такое? Кто это? Великолепные новости, маги тоже хотят помочь свергнуть льва. Поторопимся в туманное лапа... Лапортусово. Так, мы с Бродин получили какие-то денежки. Хорошо. Кстати, а вот урон, конечно, вот сейчас нынешнего оружия, да, у некоторых очень сильное.
намного быстрее убивают противников. Чуть такое. Ого, руины 10 уровень. Надеюсь, маги научат нас какой-нибудь силапной магии. Да? Уровень 5. Да, и, кстати, по поводу вот... да, вот здесь написано, что уровень 5 максимально в первой части было, по-моему, если мне память не изменяет, больше 100 уровня. Но, в принципе, уровень очень быстро набивается здесь. Сложного ничего нету. Я уже говорил вам, это теория бесконечных временных линий. Мяу. Собака. Нас захватывают. Спокойно, это те, о ком я вам говорил. О, мои усики, скорее идемте внутрь, ваше могущество. Туманная Лапертусова. Идите к семейному клубку, чтобы улучшить вашу магию. Хотите улучшить свою магию? Хочу. Не, реально хочу. Не хватает золота. Чё? А, 150 надо. А если не хватает? Чё это такое? Запретная магия. Путешествие во времени опасно, и все должно оставаться так, как было прежде, что бы ни случилось. Протокса. Да. Фух, фух, чё? Солдаты льва идут. Да ладно. Умоляю, вы должны защитить нас, ваше могущество. Вот, возьмите, это должно помочь. Посох молнии. Оружие магов стреляет с дальнего расстояния. Это уже интересно. О, я готов. Ого, ты видел? По приказу короля льва все маги заключаются в тюрьму в одну камеру с огурцом. Чего? Каким огурцом? В сторону вы двое. Да нет. Я вижу, вы не оставляете нам выбора. Что вы делаете? Вы же коты. Выпустите мистера Рокки. Чё? Но, сэр, мистер Рокки крайне слаб против магии, верно? Тише, они не должны знать этого. Хе-хе-хе-хе. Нет, нет. Мистер Рокки, нет! Так, вы следующие. А, кстати, а вот то, что... А эти против магии очень сильные, то есть надо быть, конечно, физическим оружием. Готово. Так, возвращаемся. О, благодарю вас, ваше могущество. Мяукай, теперь мы готовы встретиться со львом. К католицу. Да, это большой город. Да. Ну что, побежали. Хотя, конечно, вот эти все пещеры нужно проходить, честно. Готов. Вы готовы вернуть свой трон, ваше могущество? Конечно, готов. Давай надерем им задницу. Завершены ли приготовления? Да, лорд Лев, хе-хе. Кстати, я помню, как он выглядел раньше, он немножко изменился. То ли, может быть, он в доспехах каких-то, я даже не знаю. Они не заметят его приближение. Хе-хе. Приближение кого?
Это был Венская, и нужно проследить за ним. Ладно. Вы ведь помните, куда пошел Лев? Ну, блин, Лев, по-моему, пошел через мост. Сюда побежали два маленьких чудика. Ланенька, давайте. Готов? Еще. Блин, пещеры. Слушай, знаешь, почему нужно пещеры заходить? Потому что там очень много интересного. Есть даже броня. Может быть, мечи, оружие. Это все тоже нужно собирать. Просто проблема в том, что карта, ты только посмотри, какая она большая. Везде есть пещеры. Везде. Так, помогай мне. А вот и он. Он, иди сюда. Болваны, вы попали в мою ловушку. Ха-ха-ха-ха. Разделаемся с ними, лорд Лев. Хе-хе. А ты гада где? Ого. Слышь, они сильные, блин. Ой. Кстати, что это за сундук? А? Видел? Так, от одного избавились, да? Давай второго сейчас подъем быстренько. Готов, Неужели я должен делать все сам? Конечно, иди сюда. Что? Противостояние? Не понял. То есть... А, подожди, у него противостояние вообще к удару. А что делать? То есть не все так их и просто, да? Нужен золотой ключ. А что делать? Я заволновался было, не заметил ваши мордашки, но вы оба просто ни в чем не жалки. Оставайтесь до конца своих дней на этом острове. Найдите дорогу назад, на материк. Слушай, я вот так тебе говорил о том, что нужно зачищать полностью все подземелья. Реально, без этого никак. Потом и короле разбуди свою внутреннюю силу. Вы изучили исцеление. Максимальная мана тоже увеличилась. Нужен золотой ключ. Где я его достану? Так, королевская печать. Это какое-то подземелье, да? Мы должны... проходить. Ух ты! Здесь у нас выбор есть.
здесь сундук. Исцеляющий посох. А что он делает? Врага, что ли, исцеляет? Зачем мне это такое надо? Ну, посмотрим. Секира рыцаря. В принципе, неплохо. Кстати, я вот думаю, да, Коша нам увеличила чуть-чуть урон, там где-то броню. Я не буду много тратить денег на вот эти вот все улучшения. Почему? Потому что мы со временем найдем лучше, конечно же, оружие, и туда вот лучше больше потратим денег. Так, смотри, там какой-то у нас мужик с дубиной, да? По-любому нужно сейчас с ним сражаться. Я вот тут думаю. Что там может одеть? Исцеляющий посох. Зачем? Так, тебе посох, а тебе, наверное, возьмем топор. О! Пойдет. Чё такое? Сражаться по-любому буду. Наследники королей, вы ищете способ вернуть свои престолы. Докажите, что вы того стоите, и наше величайшее оружие может стать вашим. Мужик, ты себя видел? Ага, я понял, слушай. По-любому нужен другой посох. О, совсем другое дело. Вот лечил его, понимаешь? Я не пойму, чем его лучше бить? Обычным посохом или нет? О, рюмка-то защита. Так, я буду переключаться, да, иногда буду играть либо Кошей, либо, конечно, нашим песиком. Видел, как меня ударило очень сильно? Это было больно. Готово. Что же? Слушай. Ну, силен, конечно, батя тоже. Вы получили королевскую печать. Для чего? Возьмите эту печать и выкуйте оружие, способное сразить любого врага. Да, конечно. Королевский клинок. В первой части, когда я вот играл, я помню, нам было самое сложное. Это сражение с этими, с драконами. Ага, вот, я здесь, да? О, мои усики, я так переживал. А, конечно. Я правильно вас понял, вам не удалось даже к Артём коснуться льва. Вы показываете Кире королевскую печать. Это знак первых королей, так они сказали вам, но что нам нужен королевский клинок, да? Ну да. Я надеялся, нам не придется прибегать к этому, но... Идемте спросим Кошу об этом. Пошлите. Yeah.
Если бы мы снова выковали королевский клинок, Коша знала бы, что делать. Ну давай, давай. Войди. Вы показываете королевскую печать Коше. Эта печать, это невероятно, ну невероятно. Все-таки они там мяукают, лают, гавкают. Коша, ты помогла выковать королевский клинок. Можешь сделать это снова? Тише, Кири. Теперь они знают, сколько мне лет. Что? Забудьте все, что слышали, и ждите меня. Снаружи. Снаружи. И че это, куда ты она побежала? То есть на меня атакуют, а ее никто не трогает. А, вы это слышали? Че? Нифига себе! Их трое. И огнем стреляют, и бьют еще огнем. Нифига себе! Так, двое готово, еще остался один, да, вот он. Да бей ты его, блин, что ты делаешь? Ого, вы опять спасли меня, вместе у вас неплохо получается. Это точно. Так, давай здесь отдохнем немножко, восстановим жизни. Я смотрю на океан каждый мур день. И чё? И знаете, что я вижу? Чё ты видишь? Проклятые руины, вот что. Вот блин. Атакуй быстрее. Готово. Так, ты куда нас ведешь? Чё это? Знаете ли вы истинную причину, по которой был расколот королевский клинок? Нет. Дело в том, что первых королей пугала его сила. Они оставили мне обломок, чтобы никто не смог выковать его снова. Испытание Коши. Победите меня, и я помогу вам выковать королевский клинок. Чё ты, издевательство какое-то? Не, ну, в принципе, я-то это сделаю. А-а-а, смотри как. Я успел. Клинок. Авантюриста. Ну, авантюриста. Кота авантюриста, да? Посох молнии. Третий уровень, кстати, лучше. Или он сам улучшается? А, в принципе, он сам улучшается, прикинь? Не, ну это, конечно, круто. Мне вот просто интересно, как мне вот это делать? Поджигать врагов и замораживает, и замедляет ваших врагов. Я почему-то еще не понял, как это делается. В принципе, я нажимаю, но ничего не происходит. Так, а ну иди сюда. Сейчас будем тебя бить. Хе-хе, готовьтесь, ребятки, мой молот вбивает с размаху.
получить такую мне жизнь, чем восстанавливать, получить-то? Не понял. Во! Восстанавливает, реально, нифига себе. Не, ну хорошо, что у меня есть напарник. Если бы его не было, было бы очень проблематично. Все то, что оно восстанавливает, я, конечно, сбиваю ментально. Ой, ой. Атакует. Понятно, ей же не нравится, я ее бью. А! Что такое? Что делать? Как его поднять? Вставай! А, то есть нужно, получается, побегать, да? Точнее, возле него постоять? Да нет, так не получится. Быстрее вставай! Чуть-чуть осталось. О, давай. Бьем ее. О! Еще огнем жарит, шпарит. Да нанесите удары, там осталось чуть-чуть. Готово. Эй, вы. Отперчительно хороши. Да, понятное дело, Коша дает вам клинок Леопольда. Этим ключом можно открыть руины, в которых хранится обломок. Кири найдет вас там, хорошо? А, знаете, котов и собак никогда не видели рядом, но у меня такое чувство, что именно вы сможете это изменить, сердечно. Квест пройден. Отлично. Видишь, и у нас получается увеличивается уровень. Так, книга первых коллег, цитата. Еще до колеи заклинателей жили на свете древние властители. Цивилизация та, что они создали, лишь в руинах перед нами предстала. И чё это? Путеводный знак? А, ну это в принципе перемещение, да? Вот то главное помещение. Я вот думаю, а может быть нам пройти вот, да, вот все здешние вот подземелья, пещеры? Просто за это, понимаешь, мы добудем много золота на улучшение и, конечно, что-нибудь найдем в пещерах. Давай. Руины ДКМ. Ого. Исследуй табличку. Да. Проверьте свою ловкость, и наши сокровища перейдут к вашей лапке. Волна первая. Че? О! Понятно. Вторая волна. Так, сколько будет? Три? О, нифига себе! Атакуй, что ты делаешь? У тебя же магия. Только от того, что я наношу удар физически. Никакого. Не, ну что-то наносится, но мало. Последняя волна. О, я так и понял. Будет сразу. И магия, и физы. Есть! Готово! Испытание пройдено! Сокровище ваше! Так отдавайте! Чё там? Топор рейнджера!
подземелья исследовано. Ну, видишь, я говорю о том, что нужно желательно все побольше исследовать. Тем более, когда мы исследуем... Если нету, да, вот, смотри, он, пещера у нас восклицательный знак. Значит, там меня еще не было, а здесь, если можно войти, я уже был. То есть, второй раз можем не заходить. Уровень 12. Ого. Понятно. Легко ничего не будет. Так. Приветствую я, доктор Джекет. Прошу помощи в сборе мяса чудищ. Я, клыкастый дух, пришел мне на помощь. Какая редкость, добро пожаловать. Итак, часть граждан заболела. Симптомы постоянно набивание мантры мяса. Анализ крови показал наличие странных элементов. Диагноз чудес. Мне нужны образцы мяса летучих мышей. В частности, мне не хватает образцов из ущелья Надречье. Уничтожьте летучих мышей в ущелье Надречье, чтобы получить их мясо. Ну, так бы сразу и сказал. Кстати, да, я забыл сказать, что... В первой и во второй части... Вот в первой части... Ого! Ты видел? 90 уровень! А чё такой большой? Блин, я ж тебе ничего не сделаю. Так, пошли отсюда. Уходим. 90 уровень. Как я его уничтожу, блин? Вы чё, издеваетесь? Это 15-й. Блин, мне рано еще идти в 15-й. Честно, поверьте, пока я не набью 15-й, ну, хотя бы 14-й уровень, там делать нечего. Это чё? 10-й, да? Руины А100. Ну, давай. Проверьте свою ловкость, и наши сокровища придут в ваши лапки. Волна первая. Блин, надо было восстановить конечно жизни, да, перед тем, как все идти. Что-то я об этом не подумал. Коша, я иду тебе на помощь. Готово. О, нифига себе, а вот тут... Вот это, конечно, мне не нравится, да? Тот, который стреляет огнем и... бьет об землю. Так, последняя волна. Надо выдержать. О, нифига себе. О, ребята сильные. Готово. Испытание проведено. Отдавайте свои сокровища. Готово. Нагрудник синего мага. Урон от молнии, да? Так, значит, что мы делаем с тобой? Давай, значит, одного одеваем для физической атаки, второго одеваем для магии. Магической атаки. Магическими атаками будет заниматься у нас котенок. Наш котик. Так. Смотри, нагрудник. Катантюристом. Блин, получается атака обычная, да? Меньше, зато будет магия больше. Вот, блин. Я не знаю, что делать. Ладно, в принципе, пусть пока что все как было, так и все и остается.
пошли сюда. Ущелье. По-моему, 14 уровень. Ущелье на Дречье. Кстати, блин, это задание не Коши, понимаешь? Мы взяли у того нового персонажа задание. Святые мруки, какое счастье, что вы не это безумное мясо-кошка. Безумное мясо-кошка? Если увидите эту кошку, лучше бежите как можно дальше. Пока. А, пока и побежал. Ты видел, куда он побежал? На противника. Понятно. Я думал, все побегут на меня. А этот пролетел, даже ничего не сделал. Да сюда, стреляй, куда ты... Блин, что ты делаешь, кошка? Кошка. Ай, блин. Ну, давай, атакуй. Во, видел? А этот напал. Молодец. Какие-то глупые, да? Ого! Нифига себе! А летучая мышь-то сильная? И быстрая она, вот, атакует. Во! Это есть. Еще две. А ну идем сюда. Нагрудник синего мага. То есть... А нагрудники будут повторяться, просто они будут увеличиваться по уровню, то есть будет добавляться сила атаки и сила магии. Это, конечно, уже интересно. Блин, две сразу. Так, одна есть. Вы собрали мясо летучих мышей. О! Чё такое? Не, ну то, что там сундук, я так знаю. Я сам собирался туда сходить, да? Но что-то он задвигался. Может, там кто-то есть? Кстати! Было сказано... Какая-то кошка. Топор рейнджера. Выходим. Чё это? А, ну в принципе я в начале пещеры. Готово. Так, можно в принципе всех их не бить, не атаковать, да. Быстренько бежим на выполнение задания, точнее сдачи квеста. Вы ищете доктора Джекет. О, я чую мясо, 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 мясо. Постойте здесь, мясо, 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 мясо. Я помню, в первой части была такая деревня, но там люди, точнее кошки, превратились в зомби. Это было плохо. Самое неподдерживаемое, что я не помню, как заходил внутрь. Вы даете доктору Джекет мясо. Огромное спасибо, мне понадобится еще помощь заходить еще, а сейчас возьмите это. Шляпа от туриста, да? Давай будем одевать. Так, это у нас будет кот. О, бля, со шляпой крутой. Так, а этому, наверное, дадим топор. Да, он будет по атаке чуть-чуть мощнее. И пошли с тобой дальше. Это нам куда? Аж сюда? Ты видишь? 18-й. Надо набить 18 уровень. О! А чем я тебе и говорил, что мы рановато туда идем? Хорошо. Так. Сейчас, 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 секундочку. Это у нас какой уровень? 6-й, да?
Это получается там, где мы появились. Да. Вот, все. Давай, в принципе, сейчас быстренько шестые вот эти уровни все пройдем, да, пещеры. Они несложные будут, поверь. Очень быстро будет все проходить, тем более урон, видишь, как быстро уже наносится. Очень сильные, да, потому что наши герои оснащаются мощными оружиями. Есть, конечно же, доспехи. Так. Зачем ты его атаковал? Я хотел сундук открыть. Вот дает. Шляпа белого мага. Исцеление. Слушай, я, наверное, думаю, что исцеление нам нужно для того, что если будет какой-то большой босс, один будет бить, второй будет лечить. Ну, я так думаю, да? Самое главное только собрать, конечно же, весь этот комплект экипировки. Ну бей, чё ты побежал. Кля, как он его бьёт сдалека, нифига себе! Не, ну конечно классно, мощно так. Потом о крови разбуди свою внутреннюю силу. Что будет? Вызначили меховой щит. Максимальная мана также увеличилась. Ага. То есть... Но щита у нас нету. Что здесь есть? Создает щит для смягчения урона. Ясно. Все понятно. Короче, пошлите. Ого. Так. И побежали быстренько. Так, что у нас здесь? Какой уровень? Это у нас 10-й. Проходим. Как-то странно, он его не бил. Че такое? Монетки. Слушай, ты видел, сколько монеток дается? Много. Значит, будем скоро хорошо, может быть, улучшать наше оружие. Кстати, по поводу улучшения, да, вот все-таки, если у нас есть оружие, которое мы улучшаем, может быть, все-таки не париться и тратить деньги. Секира рыцаря. Ага. Ледяной посох. Ледяной урон 15%. Ага. Так, давай сейчас быстренько вернемся вот сюда. Здесь. Вы не можете нам найти древний магический предмет. Помочь вам? Итак, шуба-невидимка, вот что нам надо найти. Тот, кто в ней ходит, становится невидимым. Большинство из нас слишком боятся выходить наружу, а шубка скроет нас. Изумительно. Да? Он только что отправился на тайную встречу где-то около дымучего леса. Мои храбрые короли, не могли бы вы послушать и записать, о чем там говорят? Секреты снаружи. Так, давайте, значит, вот здесь, так как у меня появились деньги, я могу улучшить свою магию, да? Улучшаем. Огнемур. В принципе, даже вот первые вот навыки магии какой-то, это еще не означает, что она самая лучшая. Самые лучшие могут быть вот здесь у нас, в самом конце. Но пока что есть возможность улучшать, я, конечно, улучшу. Так,
Так, один завораживает хорошо, второй у нас неплохо наносит удар огнем. Так, в принципе, пока не буду дальше улучшать. Оставим немножко все остальное на прокачку оружия. А вот и они. Наверное, нужно подкрасться. Вы начинаете делать записи. Итак, молодежь ищет Шутку-невидимку, но дело в том, что она принадлежит древнему магу, и только он знает, где она, древний маг. Тот, кто открыл магию времени, он исчез много лет назад. Он каким-то образом сам себя поймал в ловушку в царстве замороженного времени. Замороженного. Мне кажется, снаружи что-то происходит. Лучше поберечься, чем жалеть потом. Ага, противники. Понял? Ну, уничтожаем. Что-нибудь скажут мне потом. О, еще уровень получили. Еще? Так, вот этим. Готово. Значит, чтобы найти древнего мага, нам нужно найти то самое царство, в котором он застрял. Но как? Я слышал, есть один путь. Но раз ты знаешь, что царство существует, загляни туда, куда выходит обзор круга, и найдешь вход. Просто еще одна предусмотрительность. Опять противники? О, еще так много? Не, да нету ничего. У меня закончилась мана, все. Мяурно, я считаю, что это слишком опасно. Молодежь считается с твоим мнением. Мурнерва, скажи им не вмешиваться. Конечно, сейчас, быстрее назад. Вы закончите делать записи. Надеюсь, они послушают, что за тенденция должно оставаться с... Короче, все, что забыто, должно остаться забытым. Пишется немножко все неправильно, друзья. Я буду вам читать как надо. Так, ну давай быстренько сейчас с тобой сбегаем назад, да? Скажем, что мы все узнали. Мои короли, вы вернулись, вы успели записать хоть что-нибудь? Да, записали. Выдайте магу свои записи. Значит, чтобы найти шутку, мы должны найти древнего мага. А чтобы найти древнего мага, мы должны заглянуть туда, куда выходит обзор круга. Выходит он. Обзор круга. Мои короли, точно, вам нужно идти на Мордашкин кругозор. Я не сомневаюсь, вы вернетесь с Шуткой-невидимкой, мои короли. Дополнительный квест. Так, а вот у меня такой вопрос. Да? По поводу квеста. Почему я так говорю? Потому что... Кругозор. Кстати, не там ли мы были, да? Ну да. В первой части была возможность смотреть задание. И по уровню смотреть, готов ли я его пройти. Потому что, может, я там приду, сейчас там 20 уровень, а я там максимум 15, и мне будет очень сложно. Вы активировали вход, найдите магический круг, который приведет вас ко мне. Только сейчас будут противники где-то, да, будем сражаться по-любому. Ищите магический круг поблизости. Ну, нашел.
еще такое? Почему городские коты ненавидят нас, магов? Вы же ничего им не сделали. Все страшатся непривычных вещей. Нам просто нужно подождать. Возможно, однажды они поймут. Что-то бегаем в темноте. Ой. Понятно. Откуда-то взялись противники. Как ты атакуешь, блин, скажи мне. Я вернусь во времени и уничтожу первоисточник магии. Это должно положить конец дискриминации. Если нет магии, ничего не ненавидеть. Но твои магические теории времени слишком опасны. Все равно я помогу вам, потому что мы лучшие друзья. Так, побежали дальше. С тобой все в порядке, вас ударили. Это снова были горожане? Почему вы всегда так довольны? Нам нужно выполнить заклинание времени. Но с этой магией что угодно может пойти не так. Мы просто должны пойти на этот риск. Да сколько ж мы бегать будем? Чё? Он исчез? А здесь? О, противники. Давай атакуй! Стоишь. А там еще и мах. Слушай, нифига себе. Давай атакуй, блин. Стойте, ты же не хочешь сделать это. Это не выход. Как это не выход? Уже слишком поздно. Как только я ступлю туда, я наконец смогу все исправить. Что-то не так. Вы нарушили заклинание. Это выше моих сил. Я не могу сделать этого. Почему? Это поможет нам. Умоляю. Мне жаль, я пытаюсь спасти вас. Я хочу только того, что лучше для нас, магов. Помогите мне. Мне очень жаль. Да что ж такое? А, новые мордашки, слежу вам, спешу вам сообщить, что эти кристаллы на самом деле были моими воспоминаниями. Да я так и понял, только почему я дрался и не понял. Вы помогли мне вспомнить кое-что, только что активировав их. Да, я подзапамятовал немало с тех пор, как застрял здесь. И большинство моей магии тоже утеряно. Смотрите, каким маленьким я стал. Ну а теперь, когда вы нашли меня, появился выход. Может, когда я покину это место, я восстановлю свою память и магию. Увидимся снаружи. Может быть, он мне будет со временем помогать? Ну, не знаю, чем-то. Так, а вот и он. Спасибо, что выпустили меня отсюда. Вот, возьмите. Шляпа синего мага. Урон от молнии улучшен. И автоматически сразу же шляпа улучшилась на моем герое, на коте. Мне нужно время, чтобы вспомнить все. Я останусь здесь и вернитесь ко мне позже. Квест пройден. Так, 19 уровень, да? Мы пока что 14. Я думаю, друзья, надо немножко где-то подкачаться. Может быть, на мясо сходить? Я бы, конечно, сходил вот сюда, вот, да, вот где вот это озеро, но здесь персонажи 90 уровня. Это пока что для меня очень сложно. Что у нас здесь? 8-е задание, да? К
кстати, вот нужно смотреть по уровням, если есть кто-то дает какие-то задания. Тут у нас 15-й. Плюс есть пещера вот еще, да, под вопросом. Значит, можно ее пройти. Ну, а все остальные пещеры, которые вот без вопроса, и они для меня пока что еще неизвестны. Если я к ним подойду, будет известен уровень по прохождению. Давай, в принципе, сходим на мясо. Что у нас здесь, кстати, подожди. 12-й. А давай пройдем. Шерстистая пещера. О! А как туда пройти? Глянь, ящик есть. Там монетки, конечно. Офигеть. Этот атакует. А, этот огнем лупит. Чебайтесь. О-о-о. Нифига себе. Магия белого мага. Ну, блин, это лекарь. Хотя, можно, конечно, сейчас одеть, и он меня подлечит. А ну, давай попробуем. Подожди, это у нас что? Это значит на атаку, а это на магию. Так, ну давай вот это. Как исцелять? Я не понял. Да чтоб меня! Так, ну давай вот так, переключимся, да? Ты видел? Смотри. Уа! Я говорю о том, что есть секретные такие места, где можно как-то пройти. Уровень 15-й. Кстати, и восполнились все жизни, да? Так, давай, значит, здесь что делаем? Делаем из него, конечно же, мага. Дракошка. Маленький. Хорошо, что маленький, блин. Я помню, я с большими сражался. Там такое. О-о-о, вам такое. Вам такого не ждать. Кстати, я говорил, да, что будет легко. Я ошибался, честно. Есть противники очень сильные. Особенно, когда их очень много. Это опасно. Катана-ниндзя. О-о-о. Ладно. Зато я стал 15-м уровнем. Неплохо. Здравствуйте, помогите мне еще раз. Мне нужно найти пропавших горожан. Ну давай. Мой антидот почти готов, но зараженные горожане разбежались. Вам нужно найти их поблизости. Вы должны найти подсказки, которые помогут вам. Ну, пойти по следу. Офигеть, не? Ты видел? С двух ударов его уничтожил почти. Так, вот первый.
Вы спрашиваете, почему я здесь? Мы бежим от этой одержимой кошки. Она кормит нас бешеным мясом. Дело все хуже. Вы говорите, у доктора есть антидот, а остальные где-то рядом. Но они запутали следы для безопасности. Выберите правильный. Следуйте по правильному пути. Ну, побежали. А, два пути, да, есть. Ну вот, есть какая-то кошка. Антидот, кто лучше всех солдат и льва, выкрали ее какое-то время назад. Но ей удалось сбежать. Это мясо-кошка появилось в то же время. Мясо. Мяса нет, найдите остальных скорее. Должен быть более безопасный путь, выбейте с умом. А вы достали. Чё я должен бегать туда-сюда? Кстати, видишь, здесь мимо, точнее пробегая, я теперь вижу, где что я не исследовал. Видите, действительно, уровень такой... Здесь у нас есть. Ты его бить думаешь или нет? Готов. Так, пещера. Какого? Какого? 99-го! До свидания. Не, ну я еще очень маленький для этого, честно. 15-й. Вы издеваетесь? Их тут трое, понимаешь? Давай их по одному будем выманивать. Так, один пошел. Давай. Да. Так, здесь я не зайду. Новый противник. Добей ты его уже. Они тут, наконец-то мы можем вернуться, никакого больше мяса. Мясо, вам не убежать от мяса. Кошка достает пробирку. Это концентрационная, концентрированная мясная эссенция превращает горожан в чудищ. О чем я и говорил, в первой части было то же самое. Доктор Джеки даже не подозревает, что она создала все это. Нет никакого антидота. И кошка брызгает эссенцией в горожан, и что, не превращается в монстров? Да, ты только посмотри. А вы двое наслаждайтесь. Мясо! Тикаем! Я себе! Давай... Кстати, а можно убежать или нет? Нет, по-любому мы должны их убивать. Ох, блин, откуда вы все беретесь? А если я убегу? Да
чтоб тебя. Этот мужик прохлаждается. Вставай давай. Пошли. Нам нужно еще уничтожать всех. Кстати, а с дальнего расстояния очень неплохо, да, так атакуют он. Он тоже остался, да? Да ты что делаешь? Офигеть! Ты видишь, что творит? Он её. Готов. А ну иди сюда. Сейчас мы тебе задницу надерем. Ты смотри, что творит. То есть ты меня заманил специально. Непостижимо мяу, как я сюда попала. Чё? Да она притворяется по-любому, не верьте ему. Вы говорите, когда же они попали мяу мою, я должна выяснить, почему. Вот, возьмите это. Нагрудник рейнджерам. Встретимся позже в кота... рыбацкой деревушке. Да не верьте ему, он по-любому обманывает нас. Так, значит, что здесь у нас получается, друзья? Мы с вами 16 уровень. В принципе, здесь 18, да? Испытание очень непростое, вам понадобится немало сил, чтобы пройти его. Если у вас слишком низкий уровень, попробуйте обновить доспехи и оружие. Помните, вы всегда можете выйти из этого квеста и попытаться позже, окей. Да? Ну. Чё, я зайти сейчас не могу? Нет, я могу зайти. Давай попробуем испытание короля Леопольда. Следуйте за светом. Ну, пошли. Ага. А если сюда? Понятно. За светом, да? Вот где столбы, туда нужно идти. Понятно. Вот сюда. Это еще что такое? О! Противник. Нифига себе, он меня бахнул. Ладно, пошли сюда. Я-то знаю, куда нам идти, да? Вот сюда. Ого, а что такое? Не, ну в принципе не сложные, да? Семнадцатый уровень. О, круто! Катана ниндзя. Ого! Нифига себе! Подожди, а ну-ка давай-ка мы сейчас псу ему, да, оденем? Да, добавляет атаку мощнее. Офигеть. Здесь у нас ледяной посох. Да? Кстати, тоже добавляет больше урона. Ладненько, давай пошли дальше. Слушай, здесь будет по-любому какой-то босс. В конце. О-о-о, начинается. Обломок ждет. Да, и кое-кто еще ждет. Это кто? Ты что, на приколе? Да.
еще огненные шары пускает. Ты видел? Не, ну я смотрю, он там неплохо этих маленьких бьет. Так, отлично, он разобрался с тремя. Вот это пес. Молодец. Кстати, этот, блин, я бы хотел сказать, что он тяжелый. Да нет, он не тяжелый, мы сейчас его быстренько наберем в задницу. Кстати, магия наносит больше урона, чем вот пес наносит клинком. Я наношу на 48, а пес наносит на 35. Плюс у меня еще бывают критические удары проходят. Готово. Как мы их, да? Мы заработали королевские бомбы. Разблокировано королевское искусство силапное качание. Качение? Че это такое? А че это такое? Откуда вы все взялись? Ну, пошли тогда. На выход. Мурня, вы пушистики, правда сделали это? Конечно. Подождите, что? Обломок охранял дракон? Ну да, король Фелингард сам был потомком дракона, так что ничего удивительного. Но никто не видел дракона после той истории с драконом. Да-да, кстати, был дракон. Это было первой части. Нет смысла переживать об этом сейчас. Вернемся к Коше. Шут. Шут АА и шут ББ. Блин, чувствую, нас будет ждать прекрасней, да, наверное? Слушай, магия классно бьет. Знаешь что? Давай мы сейчас пройдем, в принципе, вот эту вот... вот эти руины. И давай, наверное, сегодня сделаем паузу. Все-таки мы и так много проходим. Проверьте свою ловкость, и наши сокровища придут в ваши лапки. Да понятно, сейчас три волны, да, будут? Волна первая. О, блин. Одного уложили, точнее моего.
Давай! Поднимайся. Блин, собака тоже почти погибла, нифига себе. Идем атаковать последнего. Готово. Вставай, вставай. Сокровище наше. И что у нас там? Джемпер Котовника Браво. 126. Это что? 126 жизней? Да. Но, опять же, друзья, это одежда. Блин, он у меня маг. То есть, надо будет, конечно, выбирать, что нам лучше будет одеть. Друзья, ну, давайте на сегодня, значит, закончим прохождение Кота Квеста 2. С вами был Zenimax Games. Всем, кому понравилось это игрушка, мое прохождение, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте и не забывайте нажимать на колокольчик. На сегодня все. Всем спасибо, всем пока!